Тубинские балакиревцы удачно открыли год театра. 5 января ученики школы искусств имени Эмилия Балакирева отправились на родину Деда Мороза. В Великом Устюге театральному коллективу «Орликина» предстояло выступление на 7-м международном фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Зимняя сказка». Хорошей доброй традицией в нашем театральном коллективе «Орликина» стала выезд в какие-то крупные города, интересные места, не просто с целью экскурсии, но еще, конечно же, поучаствовать в конкурсе. Такая крупная, масштабная поездка в нашем коллективе второй раз. Так как она выпадала на зимнюю пору, естественно, хотелось какого-то волшебства. И вместе с детьми и родителями мы приняли решение, что нам нужно отправиться в гости к Деду Морозу. На суд жюри коллектив «Орликина» представили два спектакля. Это новогодние приключения эльфов на фабрике Деда Мороза в исполнении младшей группы театрального коллектива, а также песнь «Птицы Гамаюн» в исполнении старшей группы. Когда мы выходим на сцену, мы перевоплощаемся в своих персонажей, забываем про наши реальные жизни, вливаемся в свою роль. И потом, когда заканчивается спектакль, мы делаем поклон, следует рукоплескание зрителей. И такое приятное чувство успокоения, такое чувство удовлетворения. Конкуренция была серьезной. В конкурсе приняли участие более 700 человек из множества городов. Поехала в первый раз с этим коллективом. Мне очень понравилось, это было просто незабываемо. И я тоже очень сильно хотела прийти потом на занятия, но, к сожалению, их не было в понедельник, но мы встретились в четверг, обнимались, и мне очень понравилось. Обсуждали, наверное, да? Да. Как вы съездили? Мы смотрели фотографии, видео, выступления, это было очень круто. Ахтубинцы показали отличные результаты и достойно представили наш город и регион, получив заслуженные награды лауреата второй и первой степени. Помимо спектаклей, балакиревцы приняли конкурсное участие в сольном исполнении, и там они получили призовые места. А самой главной наградой для ребят стали экскурсии и прогулки по волшебному городу, а также посещение вотчины Деда Мороза. Это было большое путешествие. Мы посетили дом Деда Мороза, где мы увидели множество комнат. Получив такие положительные эмоции, естественно, каждый из детей зарядился эмоциями, чтобы продолжать творить дальше. Безусловно, я уверена, что коллектив сплотился только от этого. Естественно, у нас уже есть планы посетить город Екатеринбург и Казань. Это мечта наших ребят. В этом году нашему коллективу исполняется 5 лет. Такая маленькая, но круглая дата. Естественно, много творческих планов. И думаю, что ближе к осени мы порадуем ахтубинцев отчетным творческим концертом. Пожелаем удачи и творческих побед театральному коллективу «Орликина». Анна Яковенко, Анатолий Калинкин, Татьяна Смагина, Ахтубинск ТВ.